Что делать, если вдруг навалилась хворь? На помощь придет уникальная технология, разработанная сибиряками. О том, как можно поместить огромный хвойный лес в маленький спрей, зачем это делать, в нашем сюжете далее. Неустойчивая погода, слякоть и перепады температур – все это способствует развитию инфекционных заболеваний, которые распространяются преимущественно воздушно-капельным путем. Главная роль в борьбе с вирусами отводится профилактике. Для начала нужно очистить воздух от вредных микроорганизмов. Когда деревья уходят в сезонную спячку, да, вот мы применяем спрей для того, чтобы защититься от бактерий, которые летят к нам. Бактерицидные спреи для воздуха – принципиально новый инновационный препарат на основе натуральных эфирных масел сибирского кедра, пихты и аироболотного. При распылении в помещении он очищает воздух от патогенных микробов и вирусов. Уже доказано научно, что уровень бактерий в воздухе он сокращает на 75%. Лабораторные исследования, проводимые на протяжении 5 лет, показали, что уже через 15 минут после распыления воздух становится чище в 5 раз. При этом действие спрея держится до 12 часов. В спрее по последним исследованиям выявлена очень высокая квантовая активность этого препарата. Грубо говоря, на языке обывателя, при длительном применении наше помещение будет устойчиво к отрицательным энергоинформационным полям. Спреи можно и нужно распылять не только в квартире, но и в офисах, школах, больницах и других местах большого скопления людей. Особенно там, где находятся дети, чтобы максимально защитить их от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. Очень хорошо, что созданы нашими же ребятами такие препараты, которые в своем составе несут естественные фитонциды, которые есть в природе, в том же хвойном лесу, которые нас уберегают в грязной экологии от вирусных и бактериальных инфекций. Благодаря специальным технологиям спреи абсолютно безопасны и могут использоваться во время беременности для поднятия иммунитета будущей мамы и для защиты даже самых маленьких детей во время вспышек ОРВИ. Учитывая, что этот препарат создан только на основе натуральных природных соединений, этот препарат без опаски может быть использован беременным женщинам, кормящим мамам. Кстати, спрей очень удобен в использовании, так как имеет компактную форму и легко помещается в сумочке, а значит, сможет помочь в нужный момент. Защитите себя и ваших близких от микробов и вирусов в окружающем воздухе. На спреях AirFit вы можете узнать, позвонив на горячую линию по телефону 8 800 756 50. Звонок по России бесплатный. А также спрашивайте продукцию AirFit в аптеках города. Будьте здоровы, а спреи AirFit вам в этом помогут.